Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня вот такая тема будет. Вот у нас девочки-пилочки, которые у нас заканчиваются. Вот они все вот уже совсем. И что же делать? А если нам нужны ногти подпилить, что же нам делать? Можно пойти к мужу в сарай или в его мастерскую. А можно пойти к соседу. А можно, как всегда, мы сами себе что-то еще и покупаем. И что мы покупаем, что мы можем взять, где? Это вот наждачная бумага. Это моя наждачка. Так, вот она. И что мы делаем? Мы берем нашу палочку. Вот ее обводим вот здесь. И прикрепляем. Вот мы прикрепляем. И вот совершенно шикарная у нас получается пилочка. Еще что мы можем сделать, если нам нужно ножки себе, там пяточки подпилить. Вот можно взять вот такой вот стикер, который у нас есть. Вот. И вот так же. Вот взять, прикрепить, вот, и будет шикарная пилочка для ног, сзади подпилить пяточки. Вот, совершенно великолепно. Так что наждачная бумажечка обязательно должна быть дома. Можно даже заранее подготовить. И на всякий случай. Ну, для других вещей тоже пригодится. Всегда пригодится. Да, так что можно купить, все-таки, чтобы... Нужно, чтобы было дома.